Приветствуем всех на нашем канале. Сегодня я вам назову список из самых перспективных сортов огурцов пучкового типа. Итак, берите листок и ручку и записывайте. Так, сорт Сам Саныч, гибрид F1, пчелоопыляемый сорт, раннеспелый, первые зеленцы к сбору готовы приблизительно 45-й день. Растение индетерминантное, мощное, сильно ветвистое, преимущественно женского типа цветения. Возле формируется от 1 до 3 плодов. Огуречки корнишонного типа, цилиндрические, крупные и часто бугорчатые, белошипые, массой 60-70 кг. Горечь отсутствует. Урожайность в открытом грунте 5-6 кг. В пленочных теплицах 12-15 кг с квадратного метра. Еще один сорт – веселые гномики F1, тоже производителя Аэлита. Это партенокарпический сорт, скороспелый. Первые огурчики готовы к съему уже на 38-40 день после всхода. Зеленцы короткие, цилиндрические, выровнены, масса 70-90 грамм. Великолепно подходит для засола и консервирования. Отличный вкус и внешний вид огурчиков в сочетании с высокой урожайностью. Это 12-13 кг с квадратного метра. Следующий сорт – детки на ветке F1 Аэлита. Это пчелоопыляемый сорт, скороспелый. Первый урожай дает на 42-45 день после всхода. Зеленцы мелкобугорчатые, короткие, массой 85-95 грамм. Очень плотные, с маленькой семенной камерой. Обладают великолепным вкусом, не горчат даже при плохой агротехнике и долго не перерастает и не желтеет. Незаменим для тех огородников, которые бывают на своих участках не так часто. Еще один сорт. Друзья-приятели F1 Аэлита. Это партенокарпический сорт. Ранний период от сходов до начала плодоношения 39-45 дней. Растение сильно рослое, сильно ветвистое, преимущественно женского типа цветения. Закладывает завязи уже на втором-третьем листе. Плоды короткие, цилиндрические, среднебугорчатые, массой 80-100 грамм. Не желтеют, не перерастают. Вкус отличный, без горечи. Плоды хорошо хранятся и транспортируются. Подходят для потребления в свежем виде и для всех видов соления и маринования. Урожайность очень высокая, как в пленочном укрытии, так и в открытом грунте. В пленочном укрытии это 12,5-13 кг, а в открытом грунте 7-7,5 кг с квадратного метра. Деревенский разносол F1 Аэлита, пчелоопыляемый сорт, ранний, период от плодоношения наступает 38-42 день, зеленцы короткие, цилиндрические, мелкобугорчатые, с белым опушением, длиной 8-10 см, массой 90-105 грамм. Отличается отличным вкусом, сочным, хрустящим, без горечи, прекрасно подходит для засолки и маринования, не размягчается, не образует пустот. Гибрид имеет растянутый период плодоношения, предназначен для открытого и закрытого грунта. Рекомендуется для выращивания во всех регионах. Урожайность обалденная, 14-15 кг с квадратного метра. Шпингалет F1, производитель Аэлита. Это партенокарпический, исключительно женского типа цветения. Растение имеет ограниченный рост боковых плетей, что облегчает уход и формирование. Закладывает 3-4 плода в каждом узле. Зеленцы мелкобугорчатые, белошипые, массой 85-95 кг. Очень сочные, хрустящие, без горечи. Сохраняет плотность и упругость при солении, мариновании, консервировании. Урожайность 13-14 кг с квадратного метра. Обратите внимание на него. Хрустящая грядка F1, производитель Гавриш, партенокарпический сорт, скороспелый, максимально 10-12 цветков в пазухе, зеленцы массой 90-100 грамм, часто бугорчатые, белошипые, без горечи, темно-зеленые окраски со светлыми полосками. Гибрид отличается ранним обильным продолжительным плодоношением, устойчив к различным вирусным заболеваниям, корневым гнилям, мучнистой ложной росе. Предназначен для выращивания как в открытом, так и защищенном грунте. И еще один сорт – чудо-букет F1 Гавриш. Это скороспелый. В каждом узле завязывается по 3-5 огуречков без пустоты горечи. Ровные, сладкие, хрустящие. Удобно использовать как для солки, так и для приготовления аппетитных салатов. Еще один сорт – изумрудная семейка F1 Гавриш. Ранний, ценится за стабильно высокий урожай при любых погодных условиях. Зеленцы массой 120-130 грамм, темно-зеленые с частыми бугорками среднего размера. Белошипы отличного вкуса, по 3-5 штук в каждом узле. Гибрид устойчив к настоящей мучнистой росе, оливковой пятнистости, средне устойчив к ложной мучнистой росе и другим вирусным заболеваниям. Подходит для выращивания в пленках, подпленочных теплицах и под временным укрытием.
Барабулька, F1 гавриш, партерно-карпический. В одном узле формируется до 12 завязей. Некрупные, часто бугорчатые огурчики с белым опушением, длиной 8-10 см. Идеально для соления и маринования. Еще один сорт, заслуживающий ваше внимание. Изумрудные сережки, F1, производитель гавриш, партерно-карпический. Ранний, в каждом узле образуется до 8 хрустящих огурчиков, темно-зеленого цвета, с небольшими бугорчиками и белым опушением. Масса огуречков 100-110 грамм. Прекрасно подходит для салатов и маринования. Сорт Абсолют F1, евросемена. Партенокарпический сорт, раннеспелый. Плодоношение начинается на 45-50 день. Растение плетистое, индетерминантное. В узлах формируется от 2 до 4, иногда даже до 6 завязей. Зеленцы темно-зеленые. Выровненные, плотные, среднебугорчатые, длиной 10-12 см без горечи. Вкусовых качеств просто великолепные. Устойчив к основным вирусным заболеваниям. А также очень устойчив к пониженным температурам. Выращивается как в открытом, так и в закрытом грунте. Еще один сорт. Малюта F1, евросемена. Партерно-карпический сорт. Преимущественно женского типа цветения. Раннеспелый. Плодоношение начинается на 39-43 день. Растения среднеплетистые, средневетвистые. В узлах формируется от 4 до 10 завязей. Плоды цилиндрические, крупнобугорчатые, темно-зеленые, плотные, длиной 9-10 см. Масса 80-90 грамм. Очень удобно для цельноплодного консервирования. И обладает целым комплексной устойчивостью к основным вирусным заболеваниям. Еще один сорт. Микула F1, тоже производитель евросемена. Партерно-карпического, женского типа цветения. Раннеспелый. Плодоношение начинается на 42-46 день. Растения индетерминантные, плетистые, сильно ветвистые. Зеленец темно-зеленый, цилиндрический, гладкий, без бугорков. Длина плода 18-22 см. Масса 200-250 грамм. Плоды быстро наливаются, хорошо сохраняются, очень транспортабельные. Генетически отсутствует горечь, обеспечивает качественный урожай вне зависимости от условий выращивания. И последний сорт, на который хочу вас обратить ваше внимание, это гибрид под названием «Все пучком». Невероятно скороспелый, партенокарпический. Начинает плодоносить уже через 35 дней. Растение индетерминантное, женского типа цветения, формирует в узлах до 6 завязей. Хрустящие корнишоны отличного вкуса. Длиной 9 см, масса 60 грамм. Очень хорошо подходит для засолки. Сорт подходит как для открытого, так и для закрытого грунта. И устойчив к различным заболеваниям. Сорта огурцов, которые я настоятельно рекомендую вам обратить внимание. Особенно, когда вы пойдете в торговую розничную сеть. Покупайте, выращивайте. Это уже проверенные временем и заслуживающие ваше внимание сорта. Оставайтесь с нами и всем пока!